Равняйсь! Смирно! Галактики группы дракона рассчитайсь! NGC-5981. Спиральная галактика, видимая с ребра. NGC-5982. Эллиптическая галактика. NGC-5985. Спиральная галактика, которая видна плашмя. Группа расположена на расстоянии 100 миллионов световых лет от нас. При пристальном рассмотрении NGC-5985 показывает интенсивную эмиссию на определенных длинах волн, классифицируется как сейфертовская. Конечно, эта группа не так известна, как триплет Льва или, скажем, квинтет Стефана. Но от этого она не становится менее фотогеничной, правда? На снимках с большой экспозицией вокруг центральной эллиптической галактики можно увидеть оболочки с резкими краями, свидетельство слияния галактик в недавнем прошлом. Фоном этой картинки служит полотно из далеких-далеких галактик.